Привет всем моим подписчикам Партизанский инфо спецназ. В общем, это специально для тех любителей, которые в Литве любят кидаться картошкой. Мне прислали сельские труженики вот это видео в соцсетях. Кто-то скажет, а что вертикально снято или некачественно. Если вам делать нечего, то извините, паны. И тружениками в селе некогда снимать горизонтально, вертикально. Как успели, как сумели, так и сняли, потому что им трудиться надо. Если, например, я, например, приехал, торгую картошкой, выращиваю, торгую, и увидел бы это бы, такое бы, я бы взял бы дубину, не побоялся бы полиции. И не побоялся бы вас, и не побоялся бы то, что было бы со мной. Потому что вы этот труд не понимаете. Вы посмотрите внимательно, внимательно посмотрите, как люди трудятся. Я еще не все сюда сунул. Потому что если сунуть, и прополку сюда сунуть. Ну все, короче, и полив, когда сильная жара. А вы представляете, когда трактор на прополке сидит, и в жару еще. Да, в принципе, вам пофигу. Вам лишь бы не работать, лишь бы пошастать, да водку попить. Да и кто вы есть? Вы дети бандитов. Родня тех бандитов из 90-х, той же мафии. И любителям, не уважающим сельский труд, кто собирает картошку, кто даже торгует бульбой, да, хоть и перекупает. Вы знаете, во сколько надо вставать, чтобы загрузиться, затариться, сколько ждать? Почему иногда фермера не возят? Потому что они редко возят, им некогда. Им то трактор надо подготавливать, то машины надо подготавливать. Поэтому получается, что они возят на оптовые рынки редко. Поэтому им приходится продавать перекупщикам по дешевке. А вы, скоты, кто кидается бульбой, вы твари просто, вы не уважаете чужой сельский труд. В следующий раз я сам буду снимать и показывать, как их огурцы собирают, но сейчас зима, как коров доят. Чтобы у вас не хватило ума кидать или обливать по белорусское посольство молоком. Да, уважаемые подписчики, кто ни разу не был в селе, кто почти всю жизнь в городе прожил, ну, в село только выезжал там на шашлыки, ну, или в лесок, и кто вот это вот первый раз видел, напишите, пожалуйста, комментарии. Всем до новых встреч. Ну, а те, кто кидается бульбой, втыкает яблоки, я обязательно это покажу. Им желаю именно отправиться в село и поковыряться в говне. Все выполнить все сельхозработники. Сельхозработы, извините, друзья, уже заговорился.